тот день назирается повышение температуры. Для початку третьей декады лютого надворье по метеорологичных показчиках вызначается как вельми теплое. Никаких морозов и навод истотных похолоданий в ближайшем часом не прогнозуется, поведомляет Могилевский облгидромет. А пошними днями температура растет с каждым днем на 1-1,5 градуса. Для названного периода, кажут метеорологи, это не характерное надворье. Тому чаканье многих, что соправдная весна наступит с початком календарной, могут справдиться. Что до температуры по ветра, у четвер по Могилевской области чекается до плюс 6, у пятницу до плюс 8. У выходные дни будет крыху прохладней, а синоптики прогнозуют, что зима вертаться покуль не избирается.